В среду, 17 июня, на заседании правительства Пермского края принято решение о продлении срока реализации свидетельств программы «Молодая семья». Решение связано с действием ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Теперь воспользоваться господдержкой в 10% на приобретение жилья молодые семьи смогут в течение 8 месяцев. Ранее срок был полгода. Господдержкой на плату 30-35% до 9 месяцев, ранее до 7. На продление сроков реализации сертификатов могут рассчитывать семьи, получившие документы в период с 1 февраля по 5 мая 2020 года.